И еще о событиях в мире. Казахстанские овощи и зерно пользуются большим спросом на пакистанском рынке. Объем поставок отечественной сельхозпродукции с начала года вырос почти вдвое, превысив 7 миллионов долларов. Это отметил наш премьер-министр Пакистана на встрече в этой стране, куда Олжас Бектенов прибыл для участия в заседании ШОС. На встрече также обсуждали планы по укреплению сотрудничества в торговле и в сфере цифровизации. Глава казахстанского правительства отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев активно работает над развитием экономического сотрудничества с Пакистаном. Чтобы использовать весь потенциал сотрудничества, наша страна готова наращивать объемы поставок по 85 товарным позициям.